Ну что ж, дорогие друзья, после того, как мы славно потрудились с этой стимпанковской моделью, летчиком Вантой, то сейчас давайте расслабимся на более что-нибудь простом. Вот то долго длилось, а это, я думаю, за три видео с вами сделаем. Итак, берем кубик Shift D, мы его по Y сюда поставим. Далее возьмем Gitmode вот этот вот, подвинем поближе. G по Y. Вот так где-то. Он такой хороший, упрощенный самолетик, который мы с вами сделаем тоже. Далее. Так. Shift B. Немножко не то, что я хочу. Что-то вот такое мне надо. Так. Да? Как я вижу. Так. Если мы захотим, конечно, мы можем еще и вдобавок это с этим соединить. Сказав, что это последнее. M нажали. Можно было без этого обойтись, конечно, я думаю. Но пути Господни неисповедимы. Главное, результат получили, получили. Так, и прижимаем теперь этот объект сюда, поближе. Ну-ка. G. По Y-ку. Оставляем маленькую щель вот такую вот. Отлично. Далее нам нужен с вами, как я понимаю, цилиндр. Или даже мы можем взять с вами торус. Ой, торус, извиняюсь, ребят, что-то я не подумал. Конус мы можем взять. Конус. И с ним поработать. Ну, во-первых, перевернуть его надо. По оси X мы его с вами повернем 90. По оси Y мы его подвинем вот сюда. Он прям точно подходит, да? Единственное, что радиус второй, и мы ее уменьшим. Да, вот так. Ну, я такой, чтобы я радиус второй немножко побольше сделал. Так вот. Так будет лучше. И подвинем еще раз G по Y. Маленько оставляем, так. Теперь мы можем взять цилиндр. Повернуть его по иксу на 90. Потянуть его по игреку вот сюда.
меньше, чем, конечно, радиус. Это однозначно. Вот такой сделать радиус, не более того. И подвинем его вот сюда. Так. Или можем сделать следующее. Давайте подвинем сначала G по Y, поставим вот сюда. То есть сюда уже пойдет винт. А теперь можем взять вот этот объект. Нет, вот это выделить часть, сказать Е, так перейти и, нажав М, сказать, что у нас будет коллапс или центр. Не важно. Факт то, что получилось то, что должно было быть. Отлично. Теперь мы видим, как устроен фюзеляж. Три раза ляж. Ну, тоже сейчас возьмем. Смотрим сбоку. Говорим Shift-D. Подставляем близенько сюда, Y. Так, теперь мы можем пойти в объект мод и его потянуть подальше, там, где будет хвост у нас. G по Z. Почему по Z? G по Y, извиняюсь. G по Y, я думаю, что вот так будет достаточно. И теперь мы можем сделать следующее. Выделить вот это вот. Подождите. Вот это. И мы скажем, что нам нужно это сжать. Это будет S по X. Тун-тун. Вот так. Там придется нам догадываться, как там дальше делать. Ну, я думаю, догадаемся. Главное, что мы сузили. Теперь нам надо поднять вот этот. Сбоку смотрим. G по Z. Теперь точно по Z. Вот так. Вот мы это сделали. Угу. Ну, а теперь уже нам надо сделать сначала крылья, чтобы понять, где что, а потом уже задняя часть. Может быть, нам придется ее увеличивать чуть-чуть. Я имею в виду, что, возможно, так, объект видит мод G. Вот, опля, я так и думал. Придется отодвинуть на ширину крыла. GY вот сюда, а этот нам придется видоизменить немножко, посмотреть сбоку и потянуть его тоже по Y, G по Y, вот так, вот так, вот. Так, так, так. И теперь мы можем с вами, допустим, здесь сделать Ctrl-R-чик. Один. И Ctrl-R-чик второй. Угу. И отсюда. И отсюда.
помощью вот этого инструмента по нормалям будем вытянуть два крыла. Так, достаточно будет, я думаю, да. Так, и чуть поднять их. Но сначала мы с вами сделаем следующее. Мы возьмем вот эти грани. И скажем Ctrl-B. И как бы вот, подождите, сначала надо было не так сделать, это потом. Сначала нам надо было поднять этот и этот на конце крыла, она всегда потоньше, правда же? G по Z. G по Z, да. Ну что? Вот так. Ну, а теперь сделаем то, что мы хотели. Ctrl-R. Ctrl-B, извините. Вот так. Но это и это должны еще чуточку поднять вверх. Вот так. Так будет красивше. Просто ты все. Угу. А второе крыло, как мы сделаем второе крыло? Я предлагаю просто сдублировать эти вещи. Сейчас расскажу, что я придумал. Мне пришло в голову не создавать ничего нового, а выделить вот этот куб, поднять его G по Z. Вот. И здесь произвести следующее действие. Мы можем вот этот с вами просто удалить это, все его, нет, так не пойдет, пойдет ли штука так, все равно, ладно, выделим тогда все. Если уж на то пошло. Пошла такая пьянка. Ешь последний огурец. Или ешь последний огурец. Так, все. Теперь мы его удаляем спокойненько. Скажем, фейсы, да? Кстати, два фейса осталось. Ничего. Удаляем их. Так, ну а теперь вы, наверное, уже догадываетесь, что я совершил ошибку.
тем, что не сдублировал. Поэтому я вернусь, а с вами мы продолжим после того, как я исправлю свою ошибку. То есть вот мы к этому пришли. Так, ну а здесь я сейчас сделаю следующее. Воспользуюсь хитрым приемом, который нам дает возможность этот команда bridge edge loops pumps готово. Я, наверное, даже его так оставлю, потому что мне кажется, вот так сводить их не очень красиво. Так, сейчас мне пришло в голову, чтобы это дело все быстрее сделать, давайте мы вот этот удалим, здесь выберем объект мод, скажем, Shift D. Опустим его куда нам надо по Z. Вот так, допустим, да. Скажем. P. Это отдельное крыло все-таки. Так, и сейчас вот сделаем следующее. Вот это тоже мы сейчас пока уберем, чтобы не мешалось. Так, то есть Е. Здесь ел. Смотрим сбоку. Еще раз е. Вернее, GPZ. Вот так. Здесь делаем Ctrl-R. Говорим, что S по Z 90, ой, 0. S, Z, 0. Чтобы сделать ее пряменькую. И подвигаем наверх. Вот сюда. Все остальное можно удалить. Перечем. Удаляем. Фейсы. Выбираем. Делаем. F. Все. Мы его закрыли. Кроме вот этого фейса надо еще удалить. Вот этот фейс надо удалить. Да что ж такое?
Теперь берем следующее. Выделяем это все. Слишком много ходов. М. Дистанция. Ну, еще все нормально. Проверим. Теперь идем. Как он будет реагировать на... теперь еще раз вот это выбираем. Q берем, bevel. Ну, теперь нормально. То есть мы, кажется, не зря старались с вами. Да? Теперь все красиво. И можем попробовать еще одну хитрость. Взять вот эту часть. Так, продублировать ее, Shift-D. Увести ее назад, G по Y. Вы уже догадались, да, что я хочу сделать? Единственное, что мне не подходит, что у нее как бы... Вот эта часть выгнутая, да? Но это не совсем не подходит. Сейчас сначала скажем, что это отдельно. Секцион. И теперь попробуем ее выровнять. То есть смотрим с этой стороны. А, подождите. Edit mode. Это выделили, да? Смотрим сбоку и пытаемся ее поднять теперь. Что будет? Все будет нормально. Вот такая она сделалась, отличная. Так, теперь выделяем всю и уменьшаем. Просто-напросто. Так, смотрим. Еще маленькое. S. Сначала общее уменьшаем. Нет, сначала не так. Давайте мы ее S скажем по X. Сначала сделаем так. Смотрим сверху. Это чуть меньше надо. S. Чуть-чуть вот так, я думаю. А теперь S по Y. Вот такой толщины. Вернее. Ну, а толщину, я не знаю, можем оставить такую или чуть-чуть S по Z. Чуть-чуть вот так сделаем, да? Опускаем вниз. G, Z. Смотрим. Перестарались. С по Y. Вот так. Отлично. Ну и еще нам нужен будет перегородки здесь, пропеллер и хвост. И тогда мы с вами этот самолетик-то и закончим. Может быть, его придется немножко еще вытянуть. Посмотрим. На этом все. Первое видео готово.